Почему не стоит лишний раз привлекать внимание крокодила? Каких необычных животных можно встретить на заднем дворе дома? И чье появление на игровом поле способно прервать футбольный матч? Смотрите до конца и все увидите. В этом выпуске я покажу вам моменты, когда дикие животные появились из ниоткуда. Куда полез? Рыбаки из Австралии плавали на своей моторной лодке и наслаждались последними деньками сезона, как вдруг, неожиданно для всех, на горизонте образовался крокодил. Почуявший добычу хищник устроил погоню за лодкой, а когда до нее добрался, то неожиданно прыгнул прямо на борт. Этого не ожидал никто из рыбаков. За всю карьеру их плаваний и охоты в такой ситуации они никогда не оказывались. Причем этот крокодил не был обычным пресноводным представителем. Люди повстречали настоящего морского крокодила. В Австралии таких обитает около 150 тысяч, и их главное отличие от своих пресноводных собратьев заключается в чрезмерной агрессивности. Кто знает, что было бы дальше, запрыгни крокодил в тот момент на борт. Гостья. На дворе был май. Муж пришел с работы, и его встретила любящая жена вместе с детьми. Они уже обсуждали, куда поедут отдыхать в следующем месяце, как вдруг их разговор подслушали. Причем самое интересное то, что этот самый разговор подслушал тот, кому ты ну вообще ничего не предъявишь. Я говорю о змее, как вы поняли. Она незаметно подкралась откуда-то из-за двери и попыталась проникнуть внутрь здания. Хотя вполне вероятно, что ей также были интересны и ноги людей. Больно уж стремительно она ползла в их сторону. Тем не менее, перепугавшиеся люди успели избежать этой потенциальной атаки, вызвали службу по отлову и быстренько передали ползучую им. С людьми и со змеей все было в порядке. Если вам теперь кажется, что все эти люди трусишки, то вы глубоко заблуждаетесь. Настолько спокойным можно оставаться, лишь будучи по другую сторону экрана. На деле же вон, даже взрослые мужчины в панике убегают от змей, которые, в свою очередь, уверены в себе и спокойно залезают в чужой дом прямо через главную дверь. И ведь действительно, им мало что можно противопоставить. Бить живых созданий никто не собирается. В то же время брать их на руки страшно и опасно. Выходит, единственное верное решение – скрываться от них, но держать в поле зрения, чтобы те нигде не спрятались. Заблудился. А теперь я покажу вам любопытное видео с аллигатором в главной роли. Кстати, вы знаете главное отличие крокодила от аллигатора. Самая большая разница в их зубах. Когда челюсти у настоящих крокодилов сомкнуты, то виден большой четвертый зуб. У аллигаторов же верхняя челюсть закрывает эти зубы. Также их можно отличить по форме морды. У настоящих крокодилов морда острая, V-образная. У аллигаторов же она тупая. U-образная. А еще вокруг пасти аллигатора располагаются черные пятнышки. Они заменяют ему обоняние, которое у него отсутствует. Эти пятнышки – сенсоры. Ими он определяет, где находится добыча и движется по направлению к ней. А вот у крокодила такие пятна расположены по всей спине. При помощи одного из этих отличий автор ролика определил, что к его дому подобрался именно аллигатор. Вот только понимание ситуации, ее толк никак не исправило. Хищник подошел к дому и просто лег у двери, будто поджидая того, кто будет выходить из нее в скором времени. Представьте, если бы рядом с дверью не было окон. Какой шок мог бы испытать человек? Благо все обошлось, и дикую рептилию все-таки увезли обратно в родной ареал обитания. Вечеринка у бассейна. Черные медведи обитают почти на всей территории Северной Америки. Их много в лесах США, Канады и в некоторых районах Мексики. Эти ребята слегка меньше тех же бурых или белых медведей, но по-прежнему опасны. Длинные когти, острые зубы, мощные лапы. Все это делает их полноценными и серьезными хищниками, которые помимо охоты также обожают искать еду близ городов и домов. А если еду мишка не находит,
находит, он отдает всего себя развлечениям. Что интересно, косолапый вроде как очень любит воду и часто в нее окунается, но это ни капельки не утоляет его жажды в купании в бассейне. Дай ему к нему доступ, и он обязательно им воспользуется. А еще позовет на вечеринку всех своих собратьев, и они здорово проведут время. Чтобы вы понимали, судя по комментариям автора видео, косолапые резвились в бассейне около 30 минут. Вот что я называю идеальный момент. Мама вместе с сыном вышла на прогулку, немного поспешила и устремилась вперед. Мальчик же не спеша закрыл дверь своего дома и резко остановился. Ведь его сердце убежало в пятки, прямо перед ним предстал настоящий косолапый. Что удивительно, мать пропустила Мишку, потому что буквально 2 секунды назад его здесь еще не было. К счастью, медведь не был злым или агрессивным. Это тоже был детеныш, прямо как маленький мальчик. Еще непонятно, кто от этой встречи испугался больше. Сюрприз! Альпака – это такое домашнее животное, которое разводят в высокогорном поясе Южной Америки, то есть в Андах. На сегодняшний день там обитает около 3 миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпак для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома. Ну и еще, конечно же, эти милые создания есть самые настоящие ходячие антистрессы. Даже когда они появляются на футбольном поле, никто не ругается и не кричит, а лишь улыбается и смотрит за грациозной пробежкой милой альпаки. Как только она появилась, зрители тут же разразились смехом и торжественными возгласами, а создание рвануло в сторону одного из игроков. То ли это был ее любимый игрок, то ли его перформанс в этот день альпаке пришелся не по душе. В любом случае, уже скоро животное потеряла к человеку интерес, ее аккуратненько отвели в сторону и чуть позже вернули в родную среду подальше от людей. На самом деле, вот такие вот неожиданные визиты животных – это далеко не редкость. Особенно, если речь идет про страны, где их просто море. Конечно же, первой такой страной, которая приходит на ум, является Австралия. Там на поле выбегают не собаки с кошками, а, например, коалы. Из-за одной такой красавицы даже пришлось остановить футбольный матч. Любопытно, что в руки коала при этом никому не давалась. Она выбежала в окружение людей и резко изменила стиль поведения на защитный, словно она вообще не понимает, как здесь оказалась. Мол, это не она прибежала в эпицентр событий, а люди ее сюда перенесли и теперь не дают спокойно уйти. Короче говоря, эти животные – те еще актеры. Мужчина, проживающий на Аляске, вышел на улицу, чтобы отнести ненужные вещи в сарай. Он никуда не торопился, потому что погода была просто фантастической. Такой, что домой даже возвращаться не хотелось, но, как говорится, а кто его вообще спрашивал? Неожиданно для мужчины позади него образовался настоящий лось. Это тот самый здоровяк, который в любой момент может преподнести неожиданный сюрприз. Человек правильно сделал, что не стал испытывать свою судьбу и тут же занырнул в сарай, закрыв за собой дверь. Лось постоял там еще минутку-другую и ушел дальше по своим делам, а вот мужчина, наверное, еще долго там просидел. Ситуация на этом видео может показаться совершенно безобидной и обычной, но сидит себе какой-то мужчина на кресле, смотрит в телефон, а к нему подходит птица. Вроде ничего страшного и серьезного, правда ведь? Вот только на самом деле дела обстоят куда сложнее. К человеку подошел казуар. По мнению биологов, это одна из самых опасных птиц в мире. Неспроста в Австралии, там где они обитают, люди даже устанавливают специальные предупредительные таблички. Обычно казуары пугливы и настроены отшельнически, но при виде угрозы они становятся агрессивными и могут нанести мощные удары головой и лапами. Самым опасным оружием являются их острые когти на среднем пальце каждой лапы, достигающие до 12 сантиметров в длину. Казуары наносят серию нисходящих ударов, которые ломают кости и наносят раны, являющиеся в большинстве случаев смертельными. А еще от этих
этих пернатых киллеров сложно скрыться. Прыгают они на высоту аж до 1,5 метров, разгоняясь при этом до 50 километров в час. Миссия провалена. Вы когда-нибудь видели самую маленькую лисицу в мире? Это я про феника, если что. Вес зверька не превышает 1,5 килограмма, а длина его тела достигает максимум 70 сантиметров с учетом хвоста. Несмотря на это, у малышки одни из самых длинных ушей по отношению к размеру головы. Им позавидуют даже эльфы. Уши животного достигают 15 сантиметров в длину. Живет такая малютка, как правило, не у людей дома, а в раскаленных пустынях, где благодаря укрывающему лапки меху фенику удается передвигаться по песку без особого труда даже в дневное время. Я вам больше скажу, такие условия стали для него родными. Зверек начинает замерзать при температуре воздуха ниже 20 градусов по Цельсию. Но нас сейчас интересуют не его особенности, а то, как ловко он избежал атаки со стороны кошки. Хозяйка феника держала его на поводке и смотрела за тем, как питомец отдыхает. Все это время, пока взгляд лисицы был направлен в горизонт, а ее голова была забита положительными мыслями о будущем, к ней постепенно подбирался кот. Не знаю, что ему было нужно, но пушистик аккуратно, шаг за шагом, постепенно сближался с феником. Однако он не учел того момента, что лисица по своей натуре дикая и постоянно следит за обстановкой. Она давно заметила кота, просто не подавала виду. Миссия провалена. Догонялки. Когда ты управляешь быстрой и резвой машиной, тебе кажется, что весь мир у твоих ног. Однако на самом деле это совершенно не так. Жизнь тебя заманивает и нарочно заставляет думать, что все хорошо. Хотя на самом деле это совершенно не так. Вот и здесь двое друзей катались по горной местности на снегоходах. Были они там не вдвоем, а в компании Косолапова. Я долго не мог понять, да и не понимаю до сих пор, то ли они догоняли Мишку, то ли это он. Он пытался их настигнуть. В общем, как бы то ни было, в один момент играм едва не пришел конец. Медведь развернулся и попытался свалить одного из людей с его снегохода. Для этого Мишка встал на задние лапы и всем весом наклонился в его сторону. Выглядело это невероятно опасно. К счастью для мужчины, он успел увернуться и остался в седле, однако следующий такой раз может стать для него летальным. Друзья правильно сделали, что после этого прекратили забавы с косолапым и уехали оттуда по добру, по здорову. Уровень спокойствия. Многие хотят побывать на сафари, но находятся люди, утверждающие, что они справятся там совсем в одиночку, без чьего-либо сопровождения. Вы тоже из тех, кто так считает? Ну тогда посмотрите на это видео. Люди ехали на внедорожнике, ничего не предвещало беды, но вдруг гиды услышали странные звуки со стороны. Они тут же поняли, ехать дальше опасно для жизни. Люди развернулись и выбрали идеальное место на разветвлении дорог. Такое, где животным было бы удобно проходить, но в то же время и у людей было бы место для отхода. Не прошло и одной минуты, как к ним навстречу вылетел гигантский слон. Животное побежало в направлении людей, но гид одним ловким движением остановил эту агрессию. Что любопытно, со стороны это казалось настолько просто и непринужденно, словно человек делает это каждый день. Хотя вполне вероятно, что он и впрямь делает так ежедневно. В любом случае, это действие спасло и его жизнь, и жизнь туристов. А она точно понимает, что тут происходит? Именно такой вопрос возник у меня в голове сразу же, как только я увидел это видео. На нем был еще один турист на сафари, а точнее туристка. Она сидела в джипе и снимала на камеру, как ее обнюхивает настоящий дикий гепард. Не уверен, что она понимала всю серьезность ситуации, потому что выглядело это просто безумно странно. Человек на полном серьезе улыбался и спокойно сидел, когда в сантиметрах от него была дикая и опасная кошка. У меня просто нет слов. А теперь я покажу вам опасные столкновения животных с автомобилями. Бык.
На этом видео бык, подобно настоящему инспектору полиции, переграждает дорогу ехавшему автомобилю и внимательно его осматривает. Когда животное отошло с проезжей части и опасность, казалось, миновала, бык решил поторопить водителя ударом своих мощных рогов по боковой части машины. А эти кадры получились даже умиляющими. Группа друзей ехала по дороге, лежащей через поле, где паслось стадо быков. Один из них, заинтересовавшись гостями, подошел к открытому окну машины и, просунув свою огромную голову, начал клянчить вкусняшку. Одной ему было недостаточно. Еще бы, кому такое понравится? Неудивительно, что он последовал за автомобилем в ожидании следующей порции. А здесь буйвол уже напал на проезжающую машину. Водителю явно не стоило останавливаться рядом с этими огромными животными, но за совершенную ошибку он поплатился смятым боком авто. Бегемоты. Бегемоты не такие безобидные и милые животные, как зачастую описывают в детских книжках. Бегемот из-за крупного размера и агрессивного поведения рассматривается как одно из наиболее опасных для человека животных Африки, да и мира в целом. Случаи нападения бегемота на человека весьма часты. От его нападений гибнет больше людей, чем от нападений львов, буйволов или леопардов. Кадры, которые вы сейчас увидите, подтверждение того, что бегемот – одно из наиболее опасных и агрессивных животных по отношению к человеку. Люди, спокойно ехавшие и наслаждавшиеся времяпровождением на сафари, никак не ожидали выбежавшего из ниоткуда бегемота, который начал таранить их машину. К счастью, водитель быстро среагировал и успел дать газу, так что бегемот убежал, бросив напоследок предупреждающий взгляд. А это видео получилось одновременно пугающим до чертиков и захватывающим дух. Владелец моторной лодки, рассекая водную гладь, заметил за собой хвост, и вскоре выяснилось, что это был огромный бегемот. Получился кадр, будто из какого-то потрясающего фильма. Животное выныривает из воды на секунду, а затем снова ныряет под воду. Так и непонятно, чем закончилась эта встреча. Здесь группа туристов решила остановиться, чтобы заснять удивительное животное в диких условиях, но бегемоту это не очень понравилось. Правда, он решил не атаковать машину, а лишь устрашающе подошел, и, к счастью, потасовке удалось избежать. Встреча с бегемотами может произойти не только во время сафари, но и вот так, на обычной проезжей части. Заметив приближающийся автомобиль, животное несется со всей силы и наносит удар по капоту. К счастью, оператор цел, чего точно не скажешь о его авто. Здесь бегемота чем-то не устроила машина, мирно стоящая рядом. Он хватает переднюю часть авто своей громадной массивной челюстью, чуть не оторвав бампер. Разъяренное животное не остановили даже львы, которые окружили и хватали его. Как вы думаете, каким может быть самый необычный исход встречи с бегемотами? Поделитесь своими предположениями в комментариях и смотрите дальше, чтобы увидеть, как медведи, носороги, слоны и даже козлы атакуют автомобили и не только. Медведи. Если вы живете в местности, где эти косолапые животные встречаются довольно часто, не переживайте, атаки медведей случаются относительно редко. Тем не менее, каждый год статистика фиксирует парочку-другую фатальных встреч с ними. Думаю, очевидно, что медведи обладают впечатляющей, колоссальной физической силой, поэтому нападение может закончиться для человека летальным исходом. Случаи неспровоцированного нападения медведя на человека очень редки, но опасность для человека представляют ситуации, когда медведь потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. Также опасны медведицы, имеющие при себе медвежат. Как бы то ни было, в большинстве случаев медведь опасается людей и старается побыстрее скрыться прочь, едва почуяв их присутствие. Видимо, эти случаи нападения на людей в автомобиле – исключение из правил. Эти кадры заснял владелец пикапа, который и не подозревал, что после парковки машины на даче рядом с лесом могут возникнуть не совсем приятные последствия. Что ж, ему осталось только наблюдать, как вышедший из леса бурый медведь внимательно изучает вещи, лежащие в багажнике. Видимо, в какой-то момент Мишку что-то не устроило, и прежде чем продолжить разбираться с непонятным ему предметом, он издал предупреждающий рык.
А эти кадры прямо из Арктики. Медведь заметил человека в прозрачной кабине и пытается любыми способами подступиться к нему. И толкает лапами, и пытается сломать стекло зубами. На заднем фоне слышно, как оператор говорит о том, что дверь, которую медведь как раз пытается проломить, самое слабое место всей конструкции, а самое прочное основание уже начинает сгибаться. К счастью, когда хищник осознает, что внутрь попасть слишком тяжело, он уходит. А на этом видео главное предупреждение и предостережение для всех, кто когда-либо думал, что оставить свою машину в лесу, где, кажется, никого нет, это хорошая идея. Раздосадованный владелец авто поражен колоссальными повреждениями, которые нанес косолапый. Он в буквальном смысле сломал и прогрыз все, что возможно, как снаружи, так и изнутри. Слоны. На вопрос, опасны ли самые большие сухопутные животные на планете для человека, можно ответить следующее. Слон, как известно, является травоядным и не нападает на теплокровных существ с целью пообедать. Тем не менее, если он по какой-то причине находится в плохом настроении или ему угрожает опасность, то он способен покалечить любое существо, в том числе и человека. Особенно опасны животные во время брачного периода, когда они эмоционально возбуждены и пытаются показать самкам свою силу и мощь. Это видео снято в Индии во время сафари-тура. К людям на открытом джипе быстро подбежал молодой слон и, как бы пригрозив, остановился, так и не набросившись на автомобиль. Туристы были сильно напуганы и шокированы таким поведением животного, но, к счастью, все обошлось. Здесь слон без особых усилий перевернул машину, попавшуюся на его пути. Хорошо, что в машине никого не оказалось, но повреждения автомобиля, конечно, колоссальные. Глядя на эти кадры, и не скажешь, что эта машина весит тонну, а то и две, ведь животное переворачивает ее с невероятной легкостью. А на этих кадрах слон решил превзойти своих собратьев и напасть на пассажирский поезд. Животное находилось в лесу рядом с рельсами, а затем вышло и подошло вплотную к вагону с машинистом и мешало движению. Слона удалось отогнать, но он продолжал идти по рельсам, а поезд ведь не машина и не сможет его объехать. Поэтому все, что оставалось машинисту, это безостановочно жать кнопку сигнала и ждать. Надоедливое наглое животное задержало поезд на целых 10 минут, после чего его наконец-то удалось прогнать с путей. Наверное, это был первый такой инцидент в практике этого машиниста, а для пассажиров – шокирующий опыт встречи с громадным животным. Носорог. Носороги – одни из самых опасных животных, на счету которых множество смертей. Во многом это из-за плохого зрения. Они часто принимают автомобили за потенциальных соперников. Эти мощные животные смогут нанести удар почему или кому угодно. Этот любопытный автовладелец решил снять удивительное животное вблизи, но, кажется, забыл или не знал об особой агрессивности носорогов. Осознав потенциальную опасность, он решил поскорее убраться с того участка дороги по добру по здорову, но это у него не вышло. Как только автомобиль тронулся, носорог ударил своим острым мощным рогом боковую его часть, оставив напоминание об этой встрече в виде большой вмятины. Козлы. Не только крупные животные имеют наглость нападать на проезжающих людей. Козы, имея прочные, твердые и закрученные острые рога, также не стесняются развлечься необычным способом – дуэлью. Этим мотоциклистам очень не повезло. Наблюдавшее за ними животное решило нагло остановить их и толкнуть мотоцикл. К счастью, обошлось без серьезных последствий, но причина агрессивного поведения животного не ясна. Львы – бесстрашные создания. Однако существуют животные, которых даже они побаиваются. Сейчас я расскажу вам о них. Буйвол. Буйволы и львы – давние противники. На тех же жирафов львы нападают не так часто. Они понимают, что такое высоченное животное трудно повалить и усмирить. С буйволами все проще. Да, они тоже очень крупные. Эти африканские быки тоже нередко весят около тонны, но они приземистые и довольно неуклюжие, поэтому их легче повалить. Правда, у львов не так часто это получается. Иногда сами буйволы нападают
на них и пускают львов в бегство. Если же лев не убегает, а принимает бой, буйвол может использовать свой коронный прием – подбросить хищника. Бык подцепляет хищника рогами и со всей силы швыряет в воздух. Порой достаточно одного такого приема, чтобы лев сбежал в ужасе. Также не стоит забывать, что буйволы – стадные животные, и их стада гораздо многочисленнее, чем львиные прайды. Целым стадом они могут буквально задавить и затоптать льва, как какую-то букашку. Или же они могут уверенно противостоять одному льву в битве. Лев ни за что не победит в противостоянии с множеством злых и опасных быков. Крокодил. Уверен, вы его ждали. Его величество – крокодил. Пожалуй, это второй основной хищник Африки наряду со львом. Крокодилы – крайне опасные животные. Они представляют угрозу абсолютно для всех, включая царей зверей. Но тут есть нюанс. Крокодил не всесилен. Например, в воде у льва нет практически ни шанса. Это стихия крокодила. Зубастый хищник обожает наблюдать за львами в воде или у воды и ждать, когда те зайдут в водоем. Пока львы думают, что сокращают путь, переплывая водоем, крокодил начинает готовиться к ужину. Он резко подплывает ко львам и ранит их, либо утаскивает на дно. Также львы не особо сильны против крокодилов на мелководье. Крокодил может в любой момент уйти на дно, куда лев не станет соваться. В то же время на мелководье сам крокодил может орудовать своими острыми зубами и наносить льву повреждения. С другой стороны, на суше крокодил существенно слабее. Львы чувствуют. Похожая ситуация и с этими травоядными гигантами. Бегемоты лишь немного уступают носорогам в плане размеров. У них нет острых рогов, зато есть просто чудовищные зубы, гигантская голова, которой можно сокрушить любого льва, а также агрессивный нрав. Львы редко трогают бегемотов. Они их побаиваются и понимают, что тягаться с такими оппонентами очень трудно. Бегемоты же, будучи травоядными, не нападают на львов просто так. Но если лев зашел на их территорию или подобрался к их водоему, его обязательно прогонят или даже атакуют. Одним укусом бегемот может сокрушить череп льва, и тому очень повезет, если он чудом успеет выскочить за мгновение до укуса. В то же время львы – опытные хищники. Они легко отличают матерых бегемотов от неопытных и отбившихся салаг. На последних они даже охотятся. Причем бегемоты ничего с этим не могут поделать. Как и в случае с жирафами и буйволами, главная задача – повалить оппонента. Лежачий бегемот едва ли представляет опасность для льва, так что на земле хищник быстро с ним разделывается. Слон. Это было ожидаемо. Африканский саванный слон – крупнейшее животное планеты. К счастью, слоны не хищные создания, поэтому не нападают на животных из-за еды. Но если им что-то не понравится, они могут вступить в бой и победить абсолютно любого. Львы не исключение. Слонов львы боятся еще сильнее, чем бегемотов или носорогов. Увидев надвигающегося слона, львиный прайд рассыпается и разбегается в разные стороны. Никому не хочется оказываться под такой огромной тушей. Единственный действенный вариант для львов – охота на маленьких слонят. Но тут не все так просто. Его обычно сопровождает крупная мать, а уж она-то сможет отбить атаку опасных хищников. Также львы нападают на молодых и неопытных слонов. Тактика такая же, как в случае с другими большими травоядными – повалить на землю. В таком положении слон уязвим и быстро становится жертвой. Но подобные охотничьи вылазки львы совершают нечасто. Они уважают мощь слонов и в основном предпочитают охотиться на более легкую добычу. А на этом все. Напишите в комментариях, какое животное лично вы считаете самым сильным противником для льва. И спасибо вам большое за просмотр.